3 июля в Магадане стартовал основной период ЕГЭ. В первый день 155 выпускников сдали экзамены по информатике, географии и литературе. В 13-й гимназии сегодня выпускники написали тесты по компьютерной науке. Это одно из самых больших учебных заведений города. Здесь учатся более 800 детей. Однако в период ЕГЭ школьные коридоры и кабинеты остаются полупустыми. В соответствии с новыми правилами число учеников и организаторов сократили, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Ангелине Пенясь 18 лет. Несколько недель назад девушка окончила 24-ю гимназию. Рассказывает, что готовится к экзамену начала еще в 10 классе. Ангелина надеется, что сдать информатику у нее получится. Я надеюсь, что будет все хорошо. На самом деле сейчас у меня очень сильное волнение. Но как я зайду в аудиторию, я знаю, что я успокоюсь, спокойненько отдышусь, и все будет прекрасно. Период самоизоляции был особенно непросто, потому что с учителем лично работать не получалось, говорит выпускница. Однако некоторые школьники с ней не соглашаются. Говорят, благодаря дистанционному обучению в последние пару месяцев было проще готовиться к ЕГЭ. Уделяли этому больше времени, но волнение и переживания все равно сегодня присутствуют. Такое смешное чувство. Я надеюсь, то, что я сдам, но где-то в подсознании, мне кажется, то, что я не сдам. Но вообще хотелось бы быть уверенным в том, что знаю. Но вообще волнуюсь. За два дня до проведения экзамена сотрудники каждой образовательной организации заполняют ведомость о возможных контактах детей с больными COVID-19. Ведомость направляют в департамент образования и в то учреждение, где проводят экзамен. Ребят пускали в здание гимназии по несколько человек. На пол нанесли разметку для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Организаторы экзамена и выпускники в этот день находились в масках. Кроме того, в холле школьники проходили медицинский контроль. Каждый, кто сегодня заходит в здание школы, должен обработать дезинфицирующим раствором руки. После этого ему измеряют температуру. А после записывают показания в журнал. После медицинского контроля выпускники проходят через металлоискатель. Потом их встречают организаторы и провожают до аудитории, также соблюдая социальную дистанцию. В каждой аудитории есть приборы, которые дезинфицируют воздух. Кроме того, проводят влажную уборку. Вчера у нас проводилась санитарно-гигиеническая обработка помещений центром гигиены. Постоянно проводится влажная уборка. Санитайзеры находятся в каждой аудитории. Ребенок должен обрабатывать руки, и организаторы строго находятся в масках и перчатках. Ученики, они могут находиться в масках, могут находиться без масок. Всего информатику сдали 52 человека в 6 аудиториях. Для выпускников в каждом кабинете оставили только 8 парт. С учетом того, что помимо ребят в каждом кабинете дежурят организаторы и наблюдатели, а по углам висят камеры, списать не получится никак. Изменений в этом году в экзаменах не предусмотрено. Несмотря на то, что ребята учились несколько месяцев дистанционно, разработчики ЕГЭ ничего не убрали из программы, говорят педагоги. Зато выпускникам повезло в другом. Специально для них по распоряжению президента был открыт свыше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах. Конечно, в топовые университеты и на самые престижные специальности конкурс в любом случае будет высоким. Зато шансы получить диплом о высшем образовании в этом году будут у 60% выпускников. Елизавета Сипайлова, Вероника Янушкевич, Магаданское время.